А кто из политиков российских вам нравится? Я даже не знаю, понял. Жириновский мне нравится. Жириновский, да? Да. ЛДПР, да? Да. А чем нравился Жириновский? Я не знаю, что-то он тоже вот... Как он мне нравился до определенного момента. То, что вот там Россия должна быть как бы... Блин, как сказать-то? То, что Россия должна быть сильной, там, туда-сюда, и... То есть, как бы, не могу я объяснить. Я объясню. Бомбить Киев! Блин, мы им всем покажем! Это же Жириновский, нет? Да нет, про Киев-то я вообще такого не слышал. Нет, да, он говорил это. Вот про Америку слышал такое. Что же мне, зачем? Ну, прикольный был политик. Вообще-то. А больше я никого не знаю. Я понял, для русских прикольный политик, не спорю.